Добрый час, друзья! С вами я, Видана Лада. Кто меня не знает, я представлюсь. Я рунолог, таролог, эзотерик, целитель и маг нового времени. А также новая специальность, которую я освоила недавно, это мастер трансформации жизни. Это уровень, который касается уже ментальной магии. Но сейчас не об этом. Это видео для тех, кого интересуют руны. Ведь вы знаете, что руны есть разные. Есть традиционный футарк, северная традиция. Есть так называемые славянские или русские руны. Есть еще ведьмины руны, а также синергоруны. Я назвала вам основные традиции, которые можно отнести к рунам. Лично я преподаю традиционные северные руны футарк, а также я преподаю ведьмины руны и синергоруны. Вот три направления, которые я сама практикую и преподаю именно эти программы. И сейчас я хочу вам рассказать об одной новинке. Она касается практики ведьминой руны. Кто-то из вас уже приходил на курс, который так и называется «Ведьминой руны» или «Пиктография». Я вам давала 13 уроков с рунами, 13 рун, а также два дополнительных – установочный и финальный. А теперь, друзья, у нас премьера, у нас новинка – мы создали полную колоду ведьминых рун. Не только 13, но и плюс еще дополнительные. Общее число рун в этой колоде 28. И, конечно, в связи с выходом, с выпуском этой новой колоды ведьминых рун, мы создали курс, также полный. И теперь вы можете изучить все ведьмины руны на нашем курсе. Курс длится месяц. Проходит он в закрытой группе ВКонтакте. И для того, чтобы записаться на эту программу, вам достаточно связаться со мной любым удобным для вас образом. Вы можете написать мне на YouTube, в Telegram, в Instagram или ВКонтакте. Любым удобным для вас способом напишите о своем желании изучить ведьмины руны и знайте, что в ближайшее время существует акция. При заказе курса, нового полного курса ведьмины руны, вы новую колоду получаете в подарок. Это очень приятно. Ну что ж, друзья, на этом все. Это была новость о выпуске новой колоды и нового курса. С вами была я, Видана Лада, и увидимся в следующих выпусках. Пока!